Ребята, всем привет! В общем, мне кажется, я схожу с ума. Потому что, похоже, я научился читать мысли людей. Но не всех людей, а только девочек. Короче, я пару раз услышал их мысли. Ну, возможно, мне это показалось. Но очень хорошо, что вы сейчас это смотрите. И мы вместе можем это проверить. Пойдемте. Девчонки. Ты чего от нас отошел? Что-то не так? Что-то случилось? Да, так хотел просто спросить. Сонь, ты говорила, что у меня прическа классная. Тебе правда понравилось, да? Да. Я же тебе уже сказала, мне понравилось. Ну да. Да достал он уже со своими вопросами. Постоянно спрашивает, понравилось, понравилось. Сам подстригся, как деревенский клоун. А мне чего отвечать? Чего с ним сегодня? Может, на солнце перегрелся? Ребята, вы слышали, вы слышали? Я опять прочитал ее мысли. Правда, я не знаю, это вообще хорошо или плохо. Потому что я пока что только гадость о себе слышу. А вот вы бы хотели научиться читать мысли девочек? Если да, то поставьте лайк. Если вы знаете, что с этим делать, то напишите в комментах, что бы именно вы с этим сделали. Потому что я вот, например, пока что запутался. Никит, ну иди уже сюда, хватит там стоять. Да, Никит, мы в торговый центр собирались. Да, иду. Ну, идем. Ксюша, а пойдем пока что, отойдем, сейчас мы придем. На секундочку. Ксюш, ты самое главное не переживай, мне просто нужно кое-что проверить. Нет, я если и переживаю, то только за тебя, ты какой-то сегодня странный. Со мной все норм. Ты просто можешь подумать о чем-нибудь очень прикольном, то, что бы ты сейчас хотела. А, ну я бы... Только про себя. Что-то такое прям классное, да? Да, что-то прям мега прикольное, то, что бы ты хотела. Ребят, может, мы пойдем уже? Да. Конечно, погнали, да. Так, Даня, теперь главный вопрос к тебе. У тебя есть деньги? О, нет, Никит, я на мели. На мели? Ну да, а что ты хотел? Да бизнес хотел там провернуть один. Идейка есть. О, а можно я с тобой? Я тоже всегда хотел бизнес. Да нет, смысл? У тебя все равно денег нет. Да подожди. Мне кажется, что мальчики нас вообще иногда не понимают. Так. Вот вы где. Ну что так долго-то? У нас бизнес... Тихо ты. Не слушайте его ерунду, какую-то рассказывает. Понятно. У кого какие планы? Планы? А что бы вы хотели? Да ничего особо. Ага, ничего. Да тебе что ни скажи, ты все равно не сделаешь. Хоть бы билеты в кино взял, сводил бы один раз. Слушай, Сонь, я тут подумал, может, завтра в кино сходим? Я как раз билеты хотел купить. Ты сейчас серьезно? Да. А что такое? Да ты прям как будто мои мысли прочитал. Надоели они, парочка. Постоянно вместе ходят и никуда меня не зовут. Ксюш, кстати, а не хочешь завтра с нами сходить? Ты серьезно? Ну да, почему нет? Втроем же веселее. Классно, да. Действительно, можно втроем. Ага, да, классно придумал. Будем везде втроем вместе таскаться. Супер! Честно говоря, вам не угодишь. Да ты о чем? Да так, ни о чем, это мысли вслух. Ладно, ребят, мне пора. Мне еще за продуктами надо успеть в магазин. Сонь, а хочешь, я тебе помогу? Да нет, спасибо, я сама. Мог бы и не спрашивать, просто взять и помочь. Сонь, я, пожалуй, помогу тебе. Да я же сказала, не надо. Да не, я помогу, мне не сложно. Ну, ладно, спасибо. Неожиданно. Хочешь в кино завтра? Не, не могу. Мы же с ребятами договорились. Я пойду. А сейчас ты куда? По магазину. А может быть тебе помочь? Не, спасибо. Да как у него это получается? Так приятно, что ты согласился мне помочь. Да, конечно. Слушай, а я тут подумал, а может быть я вообще один схожу? А ты можешь пока отдохнуть, съездить куда-нибудь, развеяться. Было бы супер, конечно. Что-то это подозрительно. Зачем это тебе нужно? Если вдруг ты подумаешь, зачем мне это нужно, то просто хочу сегодня сделать 100 добрых дел. И вот это будет первое. Реально об этом подумала, Никита. Ты как это делаешь? Я чувствую людей, это моя особенность. Ты только деньги дай и напиши адрес, куда привезти продукты. Супер, я тебе тогда еще список продуктов скину и всю вот эту информацию. Как раз успели провернуть дело с ноутбуком. Я тогда пойду, а то у меня еще дело было. Хорошо, жду смс-ку со списком. Давай. Че еще за ноут? Ладно.
Грибы. О, шампиньоны пойдут. Дальше хлеб. Соня! Соня, открывай! Вот, ты так быстро? Привет! Да, вот, я тебе все купил. О, спасибо большое! Я побежал. Да, давай, спасибо за продукты. Блин, может, мне все-таки не надо продавать этот ноутбук? А, Сонь, Сонь, стой, стой! Сонь! Чего? А у тебя все в порядке, да? Ну да, а что такое? Да я подумал, мало ли, проблемы у тебя, может, какие-то. Да какая тебе вообще разница? Ты мне все равно не поможешь. Сонь, если что, я могу помочь с любой проблемой. Ты обращайся. Да нет, Никита, все в порядке. Давай, пока. Странно. А, так. О, Даня, приветики. Привет, еще раз. Давно не виделись, да? Да. Этот, а где Ксюша, не видел ее? Нет, не видел. В смысле, вы же вместе оставались? Да, она ушла. Так что там с бизнесом? С бизнесом решаются вопросы. Тебя вообще это волновать не должно. Мне Ксюша нужна. Да я не знаю, где она. Она что-то говорила, там по магазинам пошла. А, по магазинам, все, спасибо. А, по каким? Видимо, по всем. А, ну да. А, нет. Нету. Ксюша, как бы так сложилось, что не ты миру даешь, мир тебе дает. Ты, может, хотела что-то взамен мне дать? Да о чем? Ну, ты что-то говорила там про 5 тысяч. Будь здоров. Да, спасибо большое. Так как насчет 5 тысяч рублей, которые ты хотела мне дать за клиперсы? Я такого не говорила. Ну, вдруг ты о них подумала, а сказать просто не успела. Я вообще об этом даже не думала. И вообще, купила себе новую кофточку. Вот, она как раз 5 тысяч стоит. Ну, вообще уже оборзел. 5 тысяч ему дать. Ага, что еще захотел? Ну, это вообще наглость. Даня? Даня, 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 что делаешь? А, ерунда, нам срочно нужно поговорить. Подожди, очень... что случилось? Неважно, срочно нужно поговорить в очень укромном месте. Вот там. Здравствуйте. Другое укромное место. Иди сюда. Короче, у меня есть... Эй, не послушивайте там. То, что я тебе сейчас расскажу, это очень важно. Отнесись к этому с полной серьезностью. Угу. В общем, у меня суперспособность. Я умею читать мысли девочек. Даня! Даня, 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 послушай. Я понимаю, возможно, это выглядит и слышится все очень странно. Отстань меня, псих! Ну, я тебя не обманываю, это серьезно так и есть. Дань, ну стой, 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 стой. Да, отстань ты, блин, ты меня. Ну, если ты мне не веришь, давай. А, давай проверим. Вот, найдем любую девушку. Вот я тебе сейчас закажу, смотри. Здравствуйте. А вот вы можете... Никита. Загадайте любое число, а от 1 до 10. 8. Про себя. Че за шпана пошла? Ты людей докапываться постоять нельзя спокойно. Валите давайте уже отсюда. Ну, вообще-то вы не загадали, и мы не какая-то шпана, мы нормальные ребята. Если хотите, можем уйти. Чего? А как вы узнали? Ну че, убедился? Я же говорю. А, все, извините, пожалуйста. Видел? Я сказал ей то, о чем она подумала. И она даже сама в шоке была. Может, еще проверим? Да что проверять? Я целый день уже проверяю. Ты что думаешь, Соня с Ксюшей со мной в кино захотели пойти? Точно они об этом думали. Никит, все равно это бред какой-то. Ты этого человека подговорил. Чего? Какой бред? Никого я не подговаривал. Окей, если не веришь, давай позовем наших девчонок, и я тебе докажу на них. Ну, давай. Алло, девчонки, приглашаем вас в здание в кафе. Мы угощаем. Угу, все ждем. Деньги есть? Я сказал, что нет. Но ты угощаешь. Почему я? Потому что ты мне не веришь. Никит, слушай, а ты прям всех девочек читать можешь мысли? Я не знаю, я у всех не проверял. И вообще, достал меня об этом спрашивать. Блин, ну интересно же. Слушай, а ты можешь мысли моей мамы прочитать? Не буду я этого делать. Почему? Это же настоящий дар, тебе нужно пользоваться. Да не дар это, и вообще не хочу знать, что у девчонок в голове, только мешает. Слушай, а мне вот интересно, а как у тебя это так получилось? Честно говоря,
Я об этом даже сам еще не задумывался. Ну, обычно в фильмах это происходит, когда что-то неожиданное появляется. Какое-то паранормальное явление, например. Паранормально у меня точно ничего не было. Кроме того, что я 5 вчера по сочинению получил. Ну, блин, ну ты вспомни, может быть, было что-нибудь необычное? Необычное? Ну, вот утром в ванной был один момент. Как это работает? О, а это что за вентиль? Попробуем. Ау! Горячая! Может, это из-за этого? Не, вряд ли. Вот в лифте меня лифт током чуть-чуть ударил. Так. Эй! Не понял. Ау! Ударило! Током? 100%. Да там чуть-чуть. Не. Может, еще что-то было? А, я понял, кажется. Да, да, было. Я сегодня шел по дороге, и мне сзади... Извините. Я тогда так испугался, что даже еще минуту как вкопанный стоял. Так вот, как ты получил эту способность. Да, получил. Только как мне от нее теперь избавиться? Никит, давай лучше на девчонках используй, а потом избавишься. Кстати, о девчонках. А где они? Ну, сейчас позвоню. Странно, должны были уже быть. Алло, Ксюш, привет. А вы через сколько будете? Скажи, что мы их ждем в кафе, как и договаривались. Чего? Ну что там? Там Соня куда-то убежала. Я, кажется, понял. Погнали. Где Ксюша? Что случилось? Спроси, где она. Ксюша, ты где? Ну что, где она? В парке. В каком парке? Ну, который этот, здесь сквер ближайший. Я понял, погнали. Погнали, быстрее, быстрее. Ну где этот сквер-то уже? Никит! Что? Что происходит-то? Нет времени объяснять. Фух. Так, ну и где она? Подожди, а вон это кто? Которая в капюшоне? Да не-не, вон рядом. Это Ксюша. Погнали. Давай быстрее. Наконец-то, вы чего так долго? Ксюша, что случилось? Где Соня? Короче, мы вышли когда на встречу с Соней из кафе. И мне кто-то позвонил, и она резко убежала. У нее руки затряслись, она очень сильно запереживала. Я спросила, что у вас происходит? Она мне ничего не сказала и просто ушла. Это точно все, что ты знаешь? Да, это все. Ну, вообще, она еще про ноутбук говорила, но об этом вам лучше не знать. Ну, блин, ну мы ее так не найдем. Мы даже ничего не знаем. Так. Рассказывай все, что ты знаешь про ноутбук. А ты как вообще узнал? Он вообще-то мысли умеет читать, прикинь. Мысли читать? Да, но только девочек. Да это уже не важно. Я целый день у нее слышал мысли про ноутбук. По-любому там явно что-то нехорошее. Сейчас вообще не до ваших шуточек, понятно? Эй! Ну, если не веришь, хочешь, мы тебе быстренько закажем, только быстренько. Да, Никит, докажешь, отвалите. Загадай любое число, я его угадаю. Любое? Да, от 0 до 1 000 000. Что бы такое загадать, чтобы он не угадал? А, знаю. 9585. 9585. Убедилась? Погнали. Да подожди, ну это совпадение. Окей, давай еще раз. Если он действительно читает мысли, то тогда я сейчас... А я загадаю не число. Желтый автобус. Все? Да, угадай число, которое я загадала. Ты не загадала число. Ты загадала желтый автобус. Ты... Серьезно? Я тебе только что об этом говорил, я читаю мысли. Он читает мысли. Да, ты наверняка сейчас шокированный, думаешь, какой я классный. Никита, ты весь день читал мои мысли, нехорошо знать чужие секреты. Ксюша, да подожди ты. Для начала нужно найти Соню. Ну ладно, согласна. А где ее искать? Не знаю. Последние мысли, которые я у нее прочитал, то, что она хотела продать ноутбук. Ноутбук? А зачем ей продавать папин ноутбук? Не знаю, но ее мысли были не самые позитивные. Я думаю, что ее обманывают или вообще шантажируют. Слушай, так мы можем ее найти. У меня же есть ее геолокация в телефоне. Откуда у тебя ее геолокация? Ну, мы же подружки, мы, девочки, всегда так делаем. Никит, а мы что так не делаем? Зачем нам это? Мы же не девочки. А если у нас тоже что-то такое случится? Я потеряюсь. Как ты будешь меня искать? Я не буду тебя искать. Ты же не Соня. Ну что, нашла? Да. Вот.
Нам туда. Угу. Дай мне лучше. Я вообще туда. Где? Никита, не сейчас. Не берет. Ладно. А что делать-то? Что делать? Вот почти подошли. Здесь где-то было только что. Связь потерялась. Ну-ка идем. Последняя точка была вот здесь. Эй. Вон она. Пойдем к ней. Стойте, нет, не вариант. Давайте так, чтобы она ничего не заподозрила. Почему? Если мы все подойдем, она что-нибудь заподозрит и нам ничего вообще не расскажет. Даже не подумает об этом. А вы идите, ее отвлеките, типа все нормально. А я из-за кустов подслушаю, о чем она думает. Да, да, давай так и сделаем. Давайте. Я еще раз вас спрашиваю, вы что здесь делаете? Ну, я же тебе говорю, мы просто мимо гуляли и тебя увидели. И решили подойти. Так не бывает. Если что, я сейчас немножко занята, так что свалите отсюда, пожалуйста. А чем ты занята? Нифига не слышу. Что ты делаешь? Рукав поправляю. Так ты ответишь или нет? Я... Что делаю, что делаю? Папе ноутбук продаю, чтобы платье себе купить. Вас-то вообще волновать не должно. Я гуляю здесь. И вообще, может, у меня свидание. Вы что приперлись? Мы, если честно, хотели тебе помочь. Сонь! Ты еще что здесь делаешь? Он помогает тебе, как и мы. Сонь, тебе не надо этого делать. Мы скинемся и купим тебе платье. Откуда ты знаешь? Какое еще платье? Соня хочет платье на выпускной. И поэтому продает ноутбук папы. Кто тебе рассказал? Он мысли читать умеет. Чего? Вы совсем, что ли, все сдурели, а? Сейчас тоже не поверит. Да меня просто сегодня машина напугала. Она посигналила, и я начал читать мысли. Только девочек. А, ты мысли, значит, читаешь, да? Да, Сонь, это правда. Я тоже сначала не верила, но он мне доказал. А, ну читай мои. Что ты сказала? Что она сказала? А я откуда знаю? Я что, мысли умею читать? Ах так, да? Да так, и вот тебе еще. Ты не можешь так говорить про меня. Могу. Я все равно тебе не дам продать папе ноутбук. Никита, стой! Так что она ему сказала-то в итоге? Да я откуда знаю? Вообще ничего не понимаю.